Получить информацию о надежных и прибыльных франшизах, ознакомиться с последними новостями рынка, заключить выгодные сделки и не только смогли участники международной выставки «Франчайзинг Экспо Узбекистан». Эксперты из-за рубежа поделились опытом, обсудили наиболее острые и актуальные темы. Какие именно, расскажет наш корреспондент. Что такое франчайз? Это модель ведения бизнеса, где одна сторона, а именно франчайзер, передает другой стороне, а франчайзи называется другая сторона, да, свою бизнес-модель, готовую бизнес-модель со своим логотипом, со своим названием, со своими налаженными бизнес-процессами. Есть такие понятия, как паушальный взнос, когда вы покупаете франшизу, разовый платеж за использование товарного знака этого бренда. А роялти – это процент от начисления от оборота, получается. И когда запускаете бизнес по франчайзингу, риск оказывается в 12 раз меньше по франчайзингу, когда запускаете бизнес, чем когда запускаете собственный бизнес. В свою очередь, франчайзинг «Экспо Узбекистан» – это та площадка, где смогли встретиться представители отечественных и зарубежных компаний с предложениями из разных секторов бизнеса. Топовые спикеры международного уровня, действующие успешные предприниматели, а также те, кто только изучает рынок и хочет на него зайти. Во время открытого общения предприниматели, которые делают большие обороты с помощью франшизы, демонстрировали свои компетенции, раскрывали динамику роста бизнеса и делились с партнерами ноу-хау. Являюсь основателем сети ресторанов быстрого питания. Это казахстанская франшиза. Сейчас представлены 49 проектов в трех странах. И сейчас мы уже заходим в Ташкент. У нас идут строительно-монтажные работы. Очень интересная выставка. Я, если честно, удивлена. Такая живая. И у людей действительно интерес. И чувствуется, что в стране экономика растет. И есть интерес вообще к новым проектам. И тут я смотрю, что очень оживленно. И здесь я выступала именно по масштабированию в период кризиса. Почему? Потому что в кризис мы открыли своих 30 проектов, и как мы это сделали, я сегодня делилась именно с гостями этой выставки. Мы представляем услуги профессиональной уборки, это клининг. Мы имеем представительство в 72 городах России, имеем представительство в Беларуси, Казахстане, ну и планируем заявиться в Узбекистане. Прям очень много запросов. На самом деле у меня уже порядка 40 заполненных анкет. Ну, час выставка идет. 6 ошибок, которые убивают франшизные сети. Масштабирование во время кризиса. Как правильно выбрать франшизу. 5 факторов для захвата рынка. Управляемый маркетинг. Это не заголовки статей, а название мастер-классов и выступлений спикеров. Основные фишки таких мероприятий и преимущества – это возможность упаковать определенный бренд товаров или услуг и дальше уже выходить на другие маркеты. Здесь очень обязательно тоже, прежде чем подписывать контракты, франшизы, ознакомиться с условиями, какой там роялти, сколько стоит оплата, что можно, что нет, да, это важные составляющие факторы в любом франшизном бизнесе. Выставка показала перспективы франчайзингового рынка Узбекистана, актуальные тренды торговли, возможности выведения узбекского бренда на мировой уровень.